На дачу в объезд в этом году представителям садоводства «Коммунальщик» по решению арбитражного суда закрыли основной въезд. Сейчас до своих участков большинство бичан добираются через садоводство «Металлист-1». А вот смотрите, сейчас нам разрешили вроде бы ездить по «Металлисту-1», а завтра и здесь запретят. Мы что, на самолетах будем на своей дачке ездить? Мы же это не от хорошей жизни эти дачки держим. И немало трудов здесь у нас вложено. Ведь мы все старались и все делали. И сколько лет мы ездили, и вдруг здравствуйте. Дачный конфликт разгорелся вот из-за этого шлагбаума, а точнее из-за дороги, которую он преграждает. Отсюда до «Коммунальщика», что называется, рукой подать. Это самый короткий путь. Он проходит через два садоводства – «Иртыш» и «Металлист-2». Границы последнего проходят вдоль оживленной трассы, и именно здесь находится пропускной пункт. А скажите, въезд только по пропускам у вас? Да. А «Коммунальщик» не пускаете? Нет, там перерытый шлагбаум стоит. Ну, а не знаете, в связи с чем? Не знаю. Распри какие-то идут. Там он уже три суда было, они проиграли. Все, и закрыли лавочку-то все. Мало того, что через шлагбаум не пропускают, так еще и на границе с Иртышом появился ров. Здесь не то, чтобы на автомобиле пешком не пройти. Пешими тут тоже не пройдешь, потому что ров выкопали. Тут бабушки с колясочками не пройдут. Тут даже не то, что бабушки, тут мама с ребенком, любой кто там может идти, двигаться к остановке туда, на шестерку, вот это вот выкопано. Плюс порушили асфальт, который он ложен, вот он, пускай он даже старый, но тут, по крайней мере, не было кочек и ничего не было. С этой стороны Иртыш, с этой стороны у нас получается, с правой стороны Иртыш, с левой стороны получается садоводство «Коммунальщик». Людей не пропускают ни оттуда, ни отсюда. Коммунальщики недоумевают, как же так. Председатель садоводства «Металлист-2» Сергей Слободчиков поясняет, что конфликтной ситуации можно было избежать, если бы представители садоводства «Коммунальщик» подписали договор о безвозмездном пользовании проездом и поставили своих контролеров. Мы пытались с ними договориться. Договора отправлялись в 2018 году неоднократно, в 2017 году, да. Но договора просто они не отвечали. Проигнорировав договоры, коммунальщики сами пошли в суд. Они были уверены, что закон на их стороне. Садоводы подали иск на установление сервитута, то есть хотели добиться права пользоваться дорогой, которая сейчас находится в собственности «Металлиста-2». СНТ «Коммунальщик» хотела изначально вывести эту дорогу в уличные дорожные сети. Ну, понятно, если дорога протекает посередине садоводства и его разделить на две части, да, если перевести в уличную дорожную сеть, это крах садоводству «Металлист-2». А если они уберут шлагбаум и сделают проезд, не будет там охраны, это будет здесь проходной двор. Это будет что ехать, воровать по всем. Мы уже начали улицы свои уже отгораживать, перегораживать, чтобы они хоть по нашим улицам не ездили. Только из-за них. Не было бы их, мы бы не стали перегоражать, тер бы с ними. Они охрану ставить не хотят, мы это вообще уберем. Уберем оттуда этот, ну там тоже пост и все, все. А зачем нам они нужны? Это будет у нас бесхозное, как говорится, хозяйство. Все суды коммунальщики проиграли. И своего не добились, да еще и по меркам садоводства потратили большие деньги, на которые, кстати, можно было отсыпать себе дорогу. Эксперты, участвующие в деле, предоставили отчет, в котором черно по белому было написано, что есть альтернативные пути. Со стороны кладбища. Вон, видите, там электро какие-то провода вот эти стоят, они, получается, с северного кладбища заезд к нам на поле. И по полю нужно поехать. А если бы их было здесь садоводство, а мы бы вот так проезжали, их не пустили, было бы приятно кому-то. Какая именно будет развязка у этой дачной войны, сказать пока сложно. У каждого своя правда. Но то, что две стороны настроены решительно и не готовы идти на компромисс, это очевидно. Коммунальщики уже направили документы в очередную судебную инстанцию. А вот что касается траншеи, то на этом месте в скором времени появится шлагбаум. Дачники, которые приезжают на свои участки на автобусах, страдать не должны. Отсюда, и она не заедет. Ah!